Объявлен новый аукцион на обследование речного вокзала в Твери. Он назначен на 18 сентября. Напомним, ранее аналогичный аукцион провалился. В нем приняло участие только одно научно-проектное реставрационное предприятие из Москвы, однако заявка была признана несоответствующей требованиям конкурсной документации. По итогам обследования инженеры должны разработать рекомендации для выполнения работ по восстановлению несущей способности конструкции, обеспечению сохранности объекта и дальнейшей разработке научно-проектной документации. При этом обследование речного вокзала еще не говорит о том, что его будут восстанавливать в обязательном порядке. Решение будет принято только после того, как специалисты подведут итоги обследования. Если во время него будут обнаружены критические повреждения, которые не получится устранить, то речь будет идти уже не о восстановлении здания, а о его демонтаже. Стоимость работ, как и прежде, оценена в 11 миллионов 200 тысяч рублей.